Суббота встретит нас ясной и солнечной погодой, поэтому можете смело планировать загородные поездки. А более точный прогноз на 5 октября уже готов для вас. В Магнитогорске утром плюс 3, днем и вечером до 20 градусов и солнечно. В Белорецке ночью плюс 3, днем плюс 18, местами облачно. В Сибае на протяжении дня солнечно, ночью плюс 5, днем до 19 градусов. На этом у меня все, я желаю вам прекрасных выходных. До завтра!